Здравствуйте, наши уважаемые зрители! Сегодня очередной выпуск из цикла «Селфология». Меня зовут Ольга Демчук, я практикующий психоаналитик. Меня зовут Лада Антамонова, я журналист. Сегодня я хотела бы поговорить с Ольгой о гневе. Гнев — это одна из самых преследуемых эмоций. Нам с детства говорят о том, что сердиться нельзя, о том, что как ты посмел гневаться на меня, и что вот насколько часто с этим запросом проблем с контролем гнева и вообще с гневом приходят к вам. Ну вот с гневом чаще всего приходят мужчины, женщины... Подавляют при... его гораздо больше. Подавляют его гораздо больше, и у женщин с этим проще, потому что женщинам как-то в социуме нашем разрешено эмоционировать. И им не приходится это сдерживать. И мужчине рядом с кричащей женщиной не так страшно, как женщине рядом с, с бушующим в гневе мужчиной. Что такое гнев? с точки зрения психоанализа. А, ну, нам надо сразу гнев разделить на две категории, потому что, ну, гнев это агрессия, это уже какой-то предельный предельная точка степень, кипения. да, точка кипения. И у нас есть а агрессия, направленная на себя, и гнев, направленный на себя, и гнев и агрессия, направленные на других людей. И здесь очень важно помнить об этом разделении, потому что больше всего гнева и ярости, и злости человек направляет именно на себя. Потому что если еще вовне он как-то контролирует, то внутри он постоянно злится на себя и даже не замечает. И потом это может проявиться, как, например, тревога, которая внутри появилась, или головная боль и человек не замечает, как он постепенно асфальтным катком укатывает себя все больше и больше. Можно ли контролировать гнев, который идет вовне и который идет внутрь себя? И как это можно делать? Ну, любой контроль начинается с осознанности. Вот, например, аутоагрессию очень сложно заметить, и очень люди Часто на психоанализе понимают, что они, оказывается, на себя злились. Они даже не идентифицировали это. Люди часто себе наказывают внутри. А с гневом, направленным вовне, несколько проще, потому что он пресекается тут же социумом. Там больше уже наработанных паттернов, которые его контролируют. По поводу контроля... Очень часто гнев невозможно контролировать. Есть много людей, которые срываются, кричат, и потом очень сильно сожалеют о том, что они сделали, но сделать с собой ничего не могут. И у гнева, как и у многих проблем в нашей психике, корни всегда уходят глубоко в детство. Очень многие люди повторяют паттерны поведения своих родителей. И если в семье ребенка было принято на него кричать, оскорблять, гневаться, то ребенок всего лишь отражает и копирует такое поведение. И потом, когда он вступает в отношения с другим человеком, у него в арсенале нет других способов выстраивания отношений. Он на него кричали, и теперь он точно так же кричит. То, что касается аутоагрессии, бытует мнение, что это связано с психосоматикой в том числе и закапывание гнева внутрь себя, помещение там в тело. Вот как, как вы к этому относитесь? Да, очень часто, когда человек злится на себя, он может вызвать у себя ряд болезней. И очень серьезных болезней. Когда человек нападает на себя и постоянно собой недоволен. И он может наказать себя, развив какую-то хроническую болезнь. И самое страшное, что может включиться, это вот этот вот код на самоуничтожение внутри. Это мы уже говорим о серьезных патологиях, таких как онкология, например. Как все-таки можно выражать гнев? Потому что бывают объективные обстоятельства, когда человек не прав, и когда он не прав уже давно, и ему об этом нужно сказать. И человек дошел до той, терпел до той точки кипения, уже довел себя, что иначе, кроме как прокричать в ответ, не получается. Ну, знаете, мы же, когда говорим о гневе, мы всегда говорим о гневе, проявленном вовне. Мы всегда говорим, например, о двух людях. Потому что когда человек сам злится в закрытой комнате, но ну, это никого не беспокоит, мы говорим именно о гневе, который человек выплеснул. И здесь неоднозначно, потому что если я воспринимаю в свой адрес гнев этого человека, то есть я говорю, это он гневается на меня, то я тем самым начинаю включаться в его сценарий. Он меня втягивает в свой сценарий. Ну, например, как в очереди ты стоишь, и какая-нибудь одинокая бабушка, которая ну, давно ни с кем не общалась, ей нужно, нужен какой-то контакт, эмоциональное общение, и она начинает, ну, вот, например, сзади подходить очень плотно. И вы говорите, Ну, не, при, не прижимайтесь ко мне, отойдите. Она говорит, а что вы тут мне указываете, как мне делать? А что это вы тут раскомандовались? И ты можешь мгновенно, вот насчет раз, уже попасть в ее сценарий и начать... Что называется, завелась. Да, и все, и покатился скандал, покатился конфликт. И здесь очень важно, как вторая сторона обходится с гневом, направленным на нее. Потому что сердиться в одностороннем режиме неинтересно. Ну да, если ты не вступишь в это то ты таким образом не легализируешь эту агрессию, потому что когда ты кричишь в ответ, ты уже легализировал его право напасть на тебя. Но тем не менее сердиться это нормально, быть недовольным чем-то, правильно? Несомненно, Но наше недовольство оно показывает нам, что сейчас происходит то, чего мы не хотим. Но как и во всех явлениях, очень важна степень. Потому что если это 5% недовольства, то это ну, не страшно ни для самого человека, ни для окружающих. А если человек не привык быть в контакте со своими эмоциями, и он понимает, что он разозлился только когда уже это ярость, то эту ярость гораздо тяжелее остановить. И так часто бывают люди, которые много терпят. Вот люди, которые терпят, терпят, терпят молчать, молчат в какой-то момент, этот кумулятивный эффект, он будет как ядерный взрыв. Когда ты видишь человека в таком состоянии, который вот-вот взорвется, но он еще не взорвался, как можно его вернуть обратно? Ну, все будет зависеть от того, в каких вы отношениях состоите с этим человеком. Есть такое понятие, как праведный гнев. Как вы... Это очень необычная категория. Как вы его видите? Ну, люди, когда гневаются, они всегда для себя уже нашли причину, по которой они не имеют права гневаться. И праведный гнев возникает, когда у меня есть паранояльная уверенность в собственной правоте. То есть я имею такую точку зрения, которая вообще не подлежит ни критике, ни сомнению. И эту точку зрения начинаю навязывать окружающим. И тогда появляется праведный гнев. Праведный гнев часто бывает у людей, которые считают себя святыми, которые жертвуют собой, которые постоянно делают что-то для других в тщетной надежде, что это кто-то оценит. И когда это не оценивают, и человек просит что-то взамен, вот всего, что он жертвовал, ему говорят, а, вас как бы никто и не просил, вы это сами сделали. И тогда человек вот может разразиться этим праведным гневом? Можно ли жить без гнева? Возможно ли? Это утопия или это реальность? Я думаю, что чем более зрелая психика, тем меньше у нее злости. Ну, для меня злость это скорее проявление первичного рассудочного центра. А человек разумный, он руководствуется уже несколько другими принципами, потому что ну, гнев это всегда наше лекарство от бессилия. Если мы понимаем... Как... И это такой источник энергии, это такая активность, высокая, высокая степень активности. Высокая степень активности, за которую потом приходится дорого платить. Потому что можно погневаться, повыплескивать, а потом ты опустошен. И очень часто люди гневаются и гневаются именно в состоянии беспомощности. То есть когда, например, я жертвую собой, жертвую, жертвую, отменяю себя, отменяю, и отменяю себя до такой степени, что меня уже вообще не остается, меня нету. И для того, чтобы появиться из этого небытия, мне надо разозлиться на кого-то, и тогда я опять появилась. И вот люди, жертвующие собой, они очень часто мечутся между попыткой угодить всем, и с другой стороны, с вот этими аффективными вспышками, за которыми потом стыдно.